Смотрите, какой пирог испекли ребята с девчатами. А где девчата, кстати? Смотри. Так. Мы поймали тебя. Блин. Ешь. Вероника, спасибо. Пожалуйста. Очень вкусный пирог. На здоровье. Круто. Ну что, ставим лайки за пирог. Друзья, видите, какая красота у нас со смотровой площадки аэродрома. Это у нас аэродром Юца. И скоро будем здесь летать, а точнее даже сегодня, надеюсь, если погода улучшится. Вот приехали наши коллеги. И это у нас Стас. Привет. Так, раскрывая тайну небольшую, показываю. Вот оно что. Это сельскохозяйственный дрон. Да, это сельскохозяйственный дрон Титан 80, грузоподъемностью 50 кг, шириной захвата 10-15 метров для внесения средств защиты растений и жидких удобрений. Угу. И мы сегодня увидим, как он летает. Так что давайте подписывайтесь. А, ты подписан уже. Ну, следующий подписывайся. Давайте, короче, это будет интересно. Полетаем. Сейчас будет процесс калибровки идти. Много уже обработали гектар? Порядка 400. Это насосно-заправочная станция, которая, собственно, содержит в собой прицеп, позволяет не экономить силы персонала на перетаскивание тяжести. Позволяет за 3-4 минуты накачивать полный генератор. Да, здесь поставили зарядка комплекта батареи. Плюс даже мы можем... Удобно. Здесь есть кирпичный аккумулятор. То есть можно ехать и... Не ожидал сегодня увидеть технику? Так, сейчас всем скажу инструкцию, что делать. Сейчас будут испытания дрона. Ваша задача вот дальше домика не выходить. Во время работы находимся все здесь. Со мной будет Матвей, так он снимает только. Больше остальные пока не подходят близко. За моей спиной стоишь и прячешься за меня всегда. Вот. Всем ясно? Да. Пролет должен туда? Да. Мы работаем так. Взлет, весеннее, квадратом пройдись. С распылением, вот так прям рядом с нами, чтобы на нас вода не попала. Ладно? Условно демонстрационный вылет небольшой, поднимем, покажем, как он в воздухе. Простейшую фигуру квадрат, потом включим систему распыления, либо можем там раскрутиться. Винтов много, раскручиваться по очереди. Хорошее действие, собственно, самих препаратов. Да, сейчас есть небольшой снос, потому что ветрено. Обычно мы работаем ночью, когда нет термика. Сейчас я летаю вручную, а по мысли, да, на полях непосредственно, когда работаю, летаю вручную. То есть пилот, по сути, в момент обработки только следит за телеметрией, за показателями. Сколько вылетов не получилось? Ставим лайки, подписываемся на канал. Мы продолжаем работу, а вы знаете, завтра будет еще интереснее. Начали летать!